совершенно осознанный выбор. Я голосовала за определенных людей, за определенную партию, уверенная и в надежде, что будет так, как я хочу, чтобы было в нашем городе. Надеюсь на улучшение жизни в нашем Севастополе. Все продумал за партию, которую я определил уже давно. Так что у меня выбор осмысленный. Как все люди, мы ждем улучшений, мы ждем порядка, мы ждем всего, чтобы двигалось у нас. Если нам правительство дает большие средства, их надо осваивать, надо оправдывать перед правительством России, перед президентом. Поэтому и голосуем. Ждем изменений к лучшему, вот, особенно в медицине. В Севастополе мы душой болеем. Мы следили за всеми событиями и уже поняли, кто душой болеет, депутат, или кто-то рвется к власти, чтобы получить деньги, кормушку. Если не проголосуем, мой бюллетень может как бы достаться тому числу кандидата, который меня не интересует. Это все как бы тому и гражданская позиция, мой долг. Ну, мы все надеемся, что лучше станет у нас в Севастополе. Вот, и что наш микрорайон улучшится. Чтобы все было к лучшему. Чтобы все дороги расширили. Обязательно. Все благоустройства, чтобы были благоустроены. Хотим перемен хороших. Вот. И хотим, чтобы на пенсионеров обращали внимание тоже. Наш Севастополь будет цвести, развиваться, становиться краше, сохранять свои героические традиции, чтобы у нас здесь... Ну, всем было хорошо, и маленьким, и большим. Чтобы город Севастополь был цветущим городом. Вот это меня интересует. Остальное все, колбаса есть, мясо есть, творог есть, сметана есть. Спасибо.